Just control the variable. She said. Настройка игры на утро. Должно быть все нормально. Почему у меня? Это что за бред? Почему у меня так отображается на фреске, что сейчас загружаемся, не пойму, сейчас буду корректировать. Опять кашель идет. Да пиздец. Именно херня, короче, какая-то. С моментом то ли фиксации, блядь, я хуй пойму. Да, гоняем мы, короче, на вот этой вот шикарной маточке. Тут нам предлагали вот тут уебище взять Porsche RSR вообще говно в 2.8. У нас шикарная маточка. Так. Не то. Что-то у нас не то идет. Все, должно быть все шикарно. Чё, короче. Вот она. Красавица в красном хроме. Синие у нас горки. 37 стоят. Ну вот, единственное, что не получилось у меня, это бампер. Вот, я же говорю, сейчас все еще чуть-чуть. Вот, единственное, что это вот. А, не, выходная труба. Ух ты. Все, у нас теперь вывод нормальный, наконец-таки. Вот музыка мне тут вообще, блядь, нравится. Вот единственное, что вот бамперов мало. Че, погнали на гоночку. Ну, шикардосик. Вообще шикардосик. В онлайне сейчас я в онлайне пока не катаюсь, поэтому что я толком еще как бы машину не настроил. Вот. Как бы так, я сейчас хочу это первый стрим именно Need for Speed. Сейчас посмотрю, как что будет для контроля. Xbox 360, обыкновенный USB-шный контроллер от Xbox, ни драйвера, ничего не надо. Классно, резина такая весит, мне нравится на ощупь. Мне точно нравится, когда вот тут вот, X светится, вообще прикольно. Не X, а вокруг X и кнопочки, что у него тут зелененькая, красненькая, оранжевая, синенькая. Мы сейчас пока прогружаемся. Уезжаем, короче, за горожан. Такие крутые все, да? Короче, есть у нас вот такая штука. Так.
Извиняюсь, что у нас тут есть? Это мы не можем пройти, потому что тут, блядь, тачку надо выбрать такую, что тачка пиздец. О, ну-ка. Давайте-ка мы это вот пройдем сейчас. Это я за вчерашний день сбросил всю карьеру, и вот я прошел миллион репы, и там какой-то, какой левел у меня. 25-й левел, это вот все за вчерашнего дня на сегодняшнего, как бы это тут на изи это все делается. Конечно, я тут еще держу херовенько. NFS есть здесь момент этот раз с андеграунда первого, со второго из андеграунда. Ого, но они очень очень переделаны. Ой, дурак передался, да. Но не переделанные, то есть под новый стиль, может, похоже, да? Но другое. Чё это, мажор? Не мажор, нормальный. Андрюха, нормальный. Стрим тормозит, да, я так понял. Хотя, да, я играю нормально, у меня не лагов, куча нет, не седало. А стрим так очень, что тормозит на эту игрушечку. Может, ночью ролик запилить будет и выложить. Нет. Контроллер от Xbox 360. У меня есть только Sony PS3. У меня есть Sony PS3. С Gran Turismo 6 на борту, с GTA 5 на борту. Только у меня еще... Ой, блядь, ебался. GTA 5 у меня есть еще и здесь, на компе. Там у меня что? Ой, бля, что-то у меня за игра. Дистайн есть. Вот у Вар. Вот, вот так вот. Бывает. Кстати, блин, ты что, у всех стрим тормозит, народ? Тормозит для видос сейчас. Сам бог городских нарушений. Во-во-во-во. Что это такое, я слышал? Вызов-то настоящий? А то, мы там такое устроили. Если Магнуса это не впечатлило, вам пора на покой. Да ладно, все нормально сделали. Магнус, трепещи. Эх, да, два, да, есть. Прости, конечно, но кого там еще по пути выбрал Магнус Уокер? Никто по пути надерет ему зад, и еще не вечер. Спасибо да. За поддержку, Трэвис. Что есть-то есть. Вот можешь писать в любых номерах. Вы мне прикалываетесь, вот именно это вот. Штука, блин, эта игрушка вообще прикольная. Такая. Он расхерячил уже, пока доехали, да? Машу. Не знаю, нравится мне Рыкса. Так. На карту.
можно перемещаться, но... Да, можно будет, почему-то нет. Пойдем поиграем, почему-то. Нет, квест тоже просто закошмарило, реально. Я сейчас пересел вон в РФ. Вчера весь процесс сбросил. Как, кстати, стрим? Вот и еды, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Стрим лагает или нет? Гонки лагают или нет? Пусть доходят нахуй. Чтоб штраф не дали. Стрим лагает, Андрюх, вот сейчас вот я еду. Или нормально смотри, я просто не пойму ни хера. Либо это у меня руки, либо это выпил. Ох ты. Стрим, говорю, лагает или нет все-таки? Так, стоп, стоп, стоп. Сюда короче, здесь вот игру есть, в общем, еще нюанс. Чуть виснет, так. Чуть виснет. Давайте сейчас мой пад. Разводим видяху и поиски гляну. Там байска кадров не пропускает, в принципе. Подвисает, зараза, да, значит, однако? В чем же дело? Блин, я так хочу собрать Хуникорн РДР. Прям такой. Эйс. Да ты их унизавра Рекса соберешь. Вау. И я буду поклоняться. Ну, сейчас я тебе пристрелю по казану вот этого момента. Эй, погодь. Не-не-не. А разве ты мне еще не поклоняешься? Издалека. И с полным уважением. Я не понял, это же говорю, это первый стрим NFS, может тут есть свои особенности какие-то. Как оно, здорово? Все с этими болванами трешься. Блин, тачками любуемся. Спайк. Блин, я чудик в кепке такой. У меня проще с i5. Киноблока смотрю на него. Я 4,6 МГц. 4,7 я на своем камне не могу взять. Пытался, но... У меня... 4,6 максимум еще получилось. При... 1,350 лютов. Погоди-ка. До микрофона попадал. С вами повторим. Заезд Кена, шаг за шагом. Так, кто-то перегрелся.
Эми, лучше послушай, Сакан, опять тебя понесло. Конечно. Бум. Ладно. Раз, два, три. Потом ваши извинения выслушаем. Окей. Наличка, карточки. Все пойдет. Я прогуляюсь, позже спишемся. Будет круто. Посмотрим, что будет состояться, какая у нас прогулочка будет в этот раз. Ух ты. Так. Чекнем карту. У нас есть скоростные испытания. Ты что, пройдем? Скоростные испытания. Мне нравится, здесь ролик такие прикольные вообще. Они сейчас висеть не будут. Вот, в этот момент центробран этот коробок, к примеру. Вот мостик такой красивый. Типа, все переправы, это андеграунд второй. Все равно, да, тормоза какие-то есть, непонятно. Вау! Ух, наебал сюда. С чем бы это связано, я не пойму, нихуя. Тормаживает стрим. Ой. Так. Нет, на русском на пост не выглядит вообще. Это же на ФС. Я не знаю, чем это особо. Эй, здоров. Думаю, я нашел все места, где был Кен. Есть где камеры можно установить. Давай опробуем каждое по отдельности. Запустим лучшее время, а потом пройдем все за раз. Ладно, на месте ловимся. Почему бы нет? Давайте на время сейчас. На время. Распучу, погляну. Да, вот к этому мы и шли. Делай его. Ух ты. Затупил. Гонка на время. Тачка остальная грипп. Тачка остальная дрифт. Но. Знал, спасибо. Тачка остальная дрифт. Но. Шины дрифт стоят. Для лучшего... Жилья. О, нас спасибо, кстати. 328. Блять, надо разбираться, хорошо, что на ролик писать, да? Буду, наверное, сейчас на гоночку я буду. Ух ты. Пистолетки нахуй, все. Да, подвисает. Наверное, все-таки, наверное, надо будет разобраться с этой херней, почему. В процессе радиала и видеокарте. Потому что я играю нормально, а у меня передача. Интернет идет. Давай, 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 бочку, 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 бочку.
Спасибо большое, друзья. Ну, пошли. Давай, давай, давай. Пойди, пошли, пошли. Я же говорю, я играю, она не висит. Просто на стриме висит. Нет, да. Настройки, настройки нет. На минималке сейчас покажу настройки. Сейчас покажу сейчас трейлер. Вот покажу настройки. Это игра у меня. А что я без света? Сейчас покажу. Я, по-моему, не прошел, да? Да, не знаю, что так висит, сейчас буду играть. Сейчас буду разбираться. По-моему, не прошел, когда проиграл. Ваня выполнил. Какие у меня настройки, смотрите. Настройки. Высокая, разнотележная включена, картина невысокая, внутренняя ставка, гамма горится, глобальная свеча отключена, эффекты высокая, высокая, углаживание не включаю, охлажди, все. Почему так подписал? А ну-ка, сейчас с обыск разберемся. Метахон, что там у нас здесь. Может так будет получше. С каким дельтом? Не знаю. Вот. Вижу то, что графика какая есть, такая есть. Кстати, прошел гонку. Рулит еще как рулит, мужики. Чисто так, на расслабончике. Вот, настолько больше под дрит, кстати, лишь бы я подуменьшил отклик руля. А вот его поворот я бы увеличил. Не, стоп. Все. Да, заколебал мне КС. Я люблю гоночки, я проходил в свое время. Покупал. Ой, грипп первый прошел его на идее. Так, чё? Сейчас не должно подвисать, по идее, но опять-таки же. Во. Я не знаю, что это зависит. Знаете, от чего это зависит? Гифки золота не было. Стоп. Проверю, что случилось. Что-то, короче, заглючил. Я, походу, меня как его. ОБС-ка.
Конечно, не было, потому что у меня стоит NFS выше всех донатов. Вот в чем прикол, друзья. Вот в чем прикол. ПК нормальный тогда, это золото, пипец. Выращал нормальный интернет-канал, блядь. Начался заморочки, блядь, вот тут. Тренды разные. Какая часть инфраспида? Это инфраспид 2015. Какая часть? Это последний самый инфраспид. Инфраспид 2015, так он и называется, в принципе. Ух ты, сука. Просто Net for Speed он называется, по сути дела. Блять, люблю я Алексу, вообще мне для Трикса нравится. Вот этот момент, вот эти магистрали, это все с ним. С ним раунда второго проебали поворот. Да вы ж на КС-ки тратили. Да, у меня игра не лагает, вот в чем дело. Лагает только на стриме получается. А ну-ка, стоп. Если мы... Саш, а. Ты сказал, что я иду. Ну. И бабу, и бабу, да сколько можно, ты мне это самое. Так, не кричи мне. Что не кричи, не бубни. Если мы сделаем вот так вот. Видишь, отдыхай, правда. Ну, не так много. Ну, так, а ну, захват экрана сделать. То есть, продвижение. Там вот. То есть, давай послушайте, бабу не разбудили. Или на комнату можно так. Вау. Так я на компе играю, это на PC. Эта игрушка на компе в Original. Я просто играю с контроллером от Xbox. Не играю на ПК, ребят. Да не Xbox, у меня я на ПК играю, не Сонька. Читать описание. Thank you.
Да я не знаю, в чем дело. Сейчас. Я не знаю, в чем было. Отлично, отлично. Справишься с этим, мы пойдем дальше. Let's see.
отлично. Справишься с этим, мы пойдем дальше. Отдохни и проверь тачку. Проветришься и поглядим, как справишься. Буду на связи. Все, я тут. Я не молчу, я говорю, все хорошо. Я говорю, этот ОБС еще чудит, блядь. Че? Короче. Вот, пойдем на соревнования последние сейчас. Сейчас не должно. А ну-ка быть. Сейчас должно быть все. Сука, уебал мою машину.
Въебал, въебал тачку мою. Нет, тачка наша. До призыва. Только это есть вам. Вообще. Куда, 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 куда? Получается. Что такое? Давайте тут его сейчас пройду, вон спать хочу. Короче, надо тушить, идти спать, ложиться, друзья мои. Да, блядь. Давайте, наверное. Это не из-за графики, это я не знаю из-за чего. Давайте, короче, на завтра. Завтра я постараюсь разобраться с этим совсем. Я вам бы так. Всем пока.